Всем привет! Сегодня я буду мотивационным коучером или коучем, но неважно. Сегодняшняя тема – могут ли ошибки приносить пользу? Смоделируем задачу, которую я услышал на лекции по теории игр. Ссылку на лекции я дам в описании. А задача такая. Вокруг озера живут светлые и темные боты. Когда вокруг бота живут боты другого оттенка, то нету счастья у него. Если один сосед такого же оттенка, то счастье равняется единице. Ну а если два, то счастье равно двум. При таком расположении ботов общее счастье равняется нулю, так как никто не имеет соседей такого же оттенка. А прийти мы должны к максимальному счастью в обществе, которое возможно при таком расположении, когда существует только два кластера – светлых и темных. Как мы будем решать эту задачу? Мы берем двух случайных ботов и предлагаем им поменяться местами. Если никому из них от этого хуже не становится, а у кого-то счастье даже увеличивается, то переезд происходит. Через какое-то время мы приходим к положению, когда есть несколько кластеров. Дальше они меняться местами не хотят, так как конкретно для них никакого улучшения при этом не происходит. А до максимального счастья еще далеко. Задача такая. Как нужно поменять правила, чтобы все пришли к максимальному счастью? Решение оказалось неожиданное. Нужно позволить ботам ошибаться. Иногда один из ботов, участвующий в переговорах, ошибается на одну единичку при оценке счастья на новом месте жительства. Или все можно повернуть по-другому. Бот получает некорректные данные о соседях по новому месту жительства. Продолжаем моделирование с новыми правилами. Это может продолжаться достаточно долго, но в конце концов все придут к максимальному счастью. Рано или поздно появится только два кластера – кластер светлых и кластер темных. Теперь возможен только переезд из одного края кластера в другой, но общее счастье будет максимальным. Решение оказалось неожиданным, и я решил промоделировать это не только в одномерном, но и в двухмерном мире. Здесь уже 8 соседей, и счастье может изменяться от 0 до 8. Мир замкнут по кругу и по вертикали, и по горизонтали. Правила все те же. Ошибаться пока нельзя. Поехали. И ничего не происходит. Каждый бот имеет 4 соседей своего оттенка. При переезде ничего не поменяется, поэтому никто переезжать не хочет. Силовыми методами поменяем местами 2 ботов. Их уровень счастья не изменился. А вот у соседей произошли изменения. Появилась, так сказать, точка кристаллизации. Теперь процесс пойдет естественным путем. Через какое-то время процесс остановился. Ни один переезд не улучшает счастье переезжающих. Переезды прекратились. А теперь вернемся назад и разрешим делать ошибки. Все это может занять некоторое время. Но рано или поздно боты придут к максимальному счастью. Переезды при этом прекратятся. Разрешите себе ошибаться. Этим вы увеличите счастье у окружения и приблизите общество к максимальному счастью. Наверное. Или я что-то не так проинтерпретировал. Пишите ваши мысли в комментариях. Ну а на этом все. Всем пока.